Скандинавская ходьба с каждым годом набирает популярность. Такой вид физической нагрузки имеет оздоровительный эффект. Ходьба с палками подходит людям с разным уровнем подготовки, в том числе пожилым. Участники клуба «Активное долголетие» регулярно тренируются в парке Опаренки с преподавателем Центра социального обслуживания «Домодедовский» Людмилой Лозинской. Скандинавская ходьба, во-первых, для здоровья, это надо сказать, для вот таких хороших своих чувств, эмоций. Природа с нами общается, поэтому мы получаем все здесь. И 90% мышц задействованы во время скандинавской ходьбы. Благодаря специальным движениям скандинавская ходьба оказывает позитивный эффект на руки, плечи, верхнюю часть груди и мышцы спины. Правильная техника и использование палок способствуют формированию хорошей осанки. В целом, такие тренировки благоприятно сказываются на общем состоянии организма. Получаю огромное удовольствие, во-первых, от коллектива, от самой ходьбы. Чувствую по своему организму, как у меня укрепились мышцы. Стало меньше обращаться в больницу. Участники клуба «Активное долголетие» благодарны преподавателю за тренировки, а также призывают людей старшего поколения присоединиться к ним и вести активный образ жизни. Руководитель очень хороший. Это моя семья. Я очень благодарна Людмиле Васильевне. Это и друг, это в полном смысле слова, это человек, до которого можно обратиться по любому способу, всегда найдет, поможет, все подскажет. Считаю, что каждый пенсионер и должен заниматься своим здоровьем обязательно и быть активным. И мы тогда будем долго-долго жить. Тем более, что сейчас для этого есть все возможности. В рамках губернаторской программы «Зима в парках» созданы все условия для тренировок клуба «Активное долголетие». Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».